Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Сейчас я нахожусь в общежитии Академии имени короля Салмана арабского языка. Это П-образное здание, выделенное для Академии, именно для Академии. Это здание находится в... Это один из корпусов университета Амира Нура, самого большого в мире университета. Сейчас я покажу, что внутри. Чао. Это является столовой, где три раза в день завтракают, обедают, ужинают братья. Это кухня, туда запрещено ходить. Еду привозят три раза в день. Вот такие боксы. Обед, завтрак, обед, ужин, завтра. Разная еда бывает. Так что в кухню заходить никакой нужды и нету. Основе тут рис и курица. Альхамдулилля. Вдоль этого коридора и с другой стороны есть еще такой коридор. Находится комнаты. Комнаты студентов. Также есть туалет, санузел общий. Общая прачечная. Утюг, парилка. Сушилка, стиральная машина. Сейчас я покажу комнату студента. Вот это комната студента. В каждой комнате есть такая мини-кухня с холодильником. Есть ванная, там раковина, зеркало, туалет. И душ. Это все на два человека. В каждой комнате два человека. Две парты, две кровати и один большой шкаф. Один отсек одного, второй другого. Также в каждой комнате есть свой кондиционер, естественно, встроенный. Идем дальше. Также есть такая комната для занятий. Тут студенты выполняют свое домашнее задание, если оно есть. Так вот. Также есть такая традиционная арабская комната, где все собираются, пьют кофе, иногда занимаются. Также есть небольшой спортивный тренажерный зал. С такой маленькой кухней. То есть есть беговая дорожка, велосипед. Там немного гантелей. А тут есть душ отдельный. И туалет с этой стороны. И на втором этаже есть мусалля. Комната для молитвы. И полный джамаат, альхамдулилля. Каждое утро в 7 часов студентов отвозят в центр города. Там находится Маркас, Академия там находится. Где-то 25 километров отсюда на большом общем автобусе. А вот эти маленькие автобусы нас пересаживают. Отсюда увозят маленькие и там, где-то неподалеку отсюда пересаживают на большой автобус, и мы едем на одном автобусе. Также эти маленькие автобусы отвозят в маркет и за покупками группой. Там вначале кто-то сим-карты покупал, кто-то деньги разменивал. Ну, это автобусы Академии. Также есть такие маленькие. Вроде все. Альхамдулилля.
Я подавал сюда документы через брата Ибрагима. Джазак Аллаху хайран.